С праздником, дорогие мои мужчины! Мои поздравления! Когда-то он прислал мне псалмы Давида, пронзившись их духом. Я все же остановилась и написала, что со мной. Раньше красивые мужчины писали мне свои стихи, а сейчас дарят псалмы Давида. Это дорогому Пете Дубинскому. Он вышел на сцену и прочитал свои стихи. И померкло вокруг все, что было до этого целых полтора часа. Это Александру Шпрингеру. Он по телефону мог вылечить даже свои молчания, а еще терпеливо выслушать то, что другой бы не смог и 5 минут. Это Андрею Плетенчуку. С ним прошли 10 лет, стихи и проза, и смех, и слезы, и радость дружбы, и высокомерие, но нет предела тяги к нему, к его душе. Ну где же ты? Это Валерию. Сразил он сразу наповал, не только ножами и башнями, молчанием сразил, а еще добротой, а также арбузным вареньем. Гений Лобанова. Какие у дружбы причины? Он так уважает себя, что с радостью передает это чувство мне. С ним просто как в сказке. И море доверия. Николаюсу. Хочешь, подарю тебе тишину и любовь? Не спрашивает он себя, просто дарит. В ответ получает он то, что струю из себя огромную благодарность. Антону Мариниченко. С праздником, дорогие мои любимые мужчины!